Всем-всем-всем, добрейшего денечка. С вами Татьяна, мы находимся в городе Рига, практически в самом его центре. Мы находимся с вами на центральной станции. Все я вам сегодня не покажу, но частично мы посмотрим. Вот тут много магазинов, два этажа. Извините. Вот у нас табло. Когда, куда, во сколько, какие поезда. Видите, есть даже тут все вместе, и местные, и междугородные, и международные. Вот. Есть. На втором этаже там много заведений общественного питания. И пиццерии есть, и рестораны, и разные магазины. Я, кстати, именно на втором этаже сегодня была. И там надо было зайти по одному очень важному делу. Вот это маленькая копия часов Лайма. Оригинал стоит возле памятника свободы в центре города. Здесь вот опять Нарвасон. Это у нас информационное табло. Вот это есть вот такой проект, как Ориго Саммер Стейдж. И вот у них тут концерты проводятся. Это на август расписание. Здесь вот билетные кассы. Это эти местного значения. Вот. Вот там вдалеке это междугородние. Здесь вот ювелирный магазин, банк, Дрогос. Там еще много разных переходов, проходов. В общем, я говорю, все я вам сейчас не покажу, но хотя бы частично. Вот здесь у нас книжный магазин, а это Лидо. Здесь очень вкусно готовят. Вот еще это старая лестница и эскалатор. Вот. Желание для многих. Вот здесь вот, смотрите. Ну что, мы выходим на улицу. Это мы сейчас с вами выйдем на привокзальную площадь. Какая. Может быть, не очень большая, но уютная. Вот именно там, где этот навес, проходит мероприятие Ориго Саммер Стейдж. Сейчас там пусто, потому что сегодня, по-моему, ничего не проходит. Сегодня у нас 9 августа. Да, вчера было, сегодня не будет. Вот. Там видно, что магазин Рими. Здесь еще, это, кстати, торговый центр, называется Ориго. А вот это подтверждение того, что это все-таки центральная станция. Латвия сдал дальше. Вот она такая большая. И вот на этой станции находятся вот эти вот знаменитые часы Рига. Когда-то там было электронное табло. Вернее, сначала оно было вот такое, как сейчас, потом электронное, а теперь обратно вот вернули старый вариант. По-моему, даже лучше. Там, кстати, на этой башне есть ресторан на 6-м, что ли, этаже или на 7-м, не помню. Ну, такое. Такое себе занятие. Вот. От сцены. А вот здесь обычно зрительные места располагаются. Здесь вот проходят разные фотовыставки всегда. Ну, как всегда. С весны по осень. Вот. А мы, кстати, да, я забыла сказать, мы идем сейчас с вами на автобусную остановку, которая находится возле цирка. Вот это бред полнейший. По крайней мере, я так думаю.
красивых цветов. Вот. Активное движение общественного транспорта. Это казино. Это мы с вами выходим на улицу Сатаклас. Бейкера. Так, пока можно переходить. Тут много разных всяких магазинчиков, магазинов, кофеюшин, ну, в общем, такое, мелкая торговля. Вот, там вдалеке видно торговый центр Стокман, там у нас есть кинотеатр, Farm Cinemas. О, мой автобус уехал. Ну ладно. Будем ждать следующий. Люди идут. Может быть, кому-то не нравится, чтобы они попадают в кадр. Вот это, кстати, улица Морез. Если вот туда, в ту сторону идти, буквально пару минут, там с правой стороны будет училище, которое я закончила в 2010 году. Его сейчас отреставрировали, оно так красиво выглядит. Вот это Макдональдс. Достопримечательность. Та еще. Снимать. Да, вот. Ну вот, видите. Не все любят попадать в кадр. Ну ничего. Вот так вот, смотри, сколько красиво. Да. Стоим, ждем. Пока загорится зеленый. Три, два, раз, пошли. А это мы вышли на перекресток с улицы Меркеля. Вот это улица Меркеля. Был такой просветитель, публицист Гарольд Меркель. Он один из первых начал издавать книги на латышском языке. И вот сейчас, вернее не сейчас, а теперь латыши полюбили его по этому поводу и назвали в его честь улицу. А здесь вот уже много всяких магазинчиков. Маршрутка вот эта, которая на ближнем плане, она с задней дверью для людей на инвалидных колясках. Автошкола. Ну вот. Сейчас немножко покажу вам многострадальный Рижский цирк. А так мы уже, в принципе, практически дошли. Вот, у нее, может, тут не так хорошо видно. Вот наверху стоят эти лошади. Я, честно говоря, надеюсь, что там какой-то ремонт внутри происходит, потому что он, судя по тому, что известно из новостей, он разваливается просто по винтикам. Вот. Но на самом деле это историческое здание. Здесь впервые, еще в конце 19 века, были показаны движущиеся картинки. Мы сейчас это называем кино.
Ну что, буду я заканчивать это видео. Кому понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А главное, помните, что я вас всех очень люблю. Все, с вами была Татьяна. Всем счастливо. До следующего видео.